пришли вот с магазина, видео снимали про продукты. Конечно, мы все не засняли, что там было, так, частично. Ну, посмотрите, когда поставите. И сейчас я думаю, нужно приготовить солянку на ужин. Для того, чтобы мне приготовить солянку, я буду использовать... Вот у нас была тут такая индейка огромная. Я ее обрезала мякоть в мешочке. А кости все сложила сюда. Никто их обгладывать не собирается. Тут не любят это делать. Ну, думаю, сейчас буду использовать для бульона. И также у меня там размораживается говядина, мякоть. Ну вот, значит, буду готовить солянку сборную. Что я для этого возьму? Какие продукты? Я люблю использовать картошку, хотя для солянки картофель не используют. Но я вам две картошины. Морковь, лук, это я буду обжаривать. Лимон, огурцы, вот такие вот сосиски, тоже из индейки, да? Колбаски, да. Колбаски такие, копченые из индейки. Ну и вот мякоть индейки и мякоть из говядины. Я ее немножко поварю, а потом немножко обжарю. Ну, у нас это стейк получился, потому что другого мяса у нас не было. Так что... Ну, понятно. Из стейка, из кусочка стейка будем готовить, значит, стейк. Ну, смотрите, как мы ее будем готовить. Алекса, ты чем у нас занимаешься сейчас? Конструктором. Скажи всем привет. И он у нас кушает банан. Давай, откусывай. Кусай. Кусай сильно. Быстрей! Не хочет уже. Балуется. Ничего, ему нравится, он любит бананы. Но он же в год обезьяны родился. Так, я подсаливаю сразу водичку. Немного подсолила. Сейчас я кладу эти косточки. Пусть поварятся. Типа бульон будет. Долго вариться будет. Ну, не быстро. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Хороший ответ. Сколько вариться будет? Не быстро. Ну, с часик провожусь, то одно, то другое. Алекс у нас любит скидывать все на пол. Ну давай, молодец. Мама же все подберет, а бабушка. Смотри. Так, тебе что, все мешает? Освободился от всего? Кусай. Молодец. Сладенькая кушает. Ну, так вкусно кушает. С мой охотой. Да. Банан? Я уже тебя 30 раз спросила. Очень, очень. Да. Алекс у нас употребляет мясо. Тебе нравится индейка, Алекс? Да, скажи. Скажи да. Ты успокоился. Орал, дай, 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 дай. Быстро научился по-русски говорить. Дай, 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 дай. Да и вообще, что ему говоришь, так-то он понимает, да? Ну, конечно.
Морковку тереть. Морковку тереть. Тоже будет солянку готовить. Правда же, Алекс? Ага. Он ты будешь яйца готовить? Он бы хоть яйца пожарил. Сожарил, как я. И тазике, чай сварил. В тазике масло. Алекс, смотри, как бабушка трет морковь. Да, это трудная работа. Ты бы мне помог бы? Да? Правда же? Да. Молодец. Да-да-да? Он просит, наверное, дай. Дай ему морковку попробовать. Ты хочешь? На, попробуй. Вкусно? Он еще не знает. У него на все такие реакции. Да, вкусно, невкусно сначала. Сморщится. Вот такая у нас солянка с Алексом. Как притих сразу, как морковь начала тереть. Что-то как-то мало я. Наливаю масло оливковое. Пытаюсь включить. О, куда я его лью? Не знаю. Пыталась включить свет. Лучше не стало. Так, что же мне сделать-то? Да так, жарю же, чё. Так, а у меня тут варится тем временем. Ну, не жирные эти косточки. И мясо. Так-то бульон не жирный. Ну что теперь? Будет все плавать у меня. Жирнющая будет заправка у меня. Сколько я сюда ложек набуздырила? Ложки, наверное, 4. Пришел мистер Алекс. Занял мистер Алекс! Мама. Бабушка по-тихому решила дать шоколад, а он его уронил. Нас разоблачили. Алекс! 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 Догоню! Мистер Алекс! Покажись, какой ты всем красавчик. Тебе в магазине сказали же, что ты можешь в рекламе сниматься. Ты такой красавчик. Сопли только убрать, и совсем ништяк будет. Ну, мне сопливый нравится. Продолжаем готовить зажарку. Ночью тут... Я забыла сказать, мне же томатная паста нужна для того, чтобы еще делать зажарку-то. Вот я ее, наверное, ложку томатной пасты взяла. Обжарю этот лук с томатной пастой. И говорила уже, вот такая вот у них в баночке смесь продается. Мам, он нету. Что ты хотел, Алекс? Сюда водички хочу добавить. Ты что туда сложил? Зачем ты туда лезешь? Эй, хулиган! Смесь, короче, добавила еще. Ты ложку. Что, бабушку так любишь? Да, бабушка шоколад дает по-тихому. Если по-тихому, да ладно, майки бы не было. Эй, Алекс, повернись. Да он уронил изо рта. Я ему дала, он у него выпал. Алекс, ку-ку. Ку-ку. Тикал-тикал-тикал-тикал-тикал-тикал-тикал. Такой смешной. Решила еще вот этой вот какого-то... Прегу. Соус называется. Прегу? Прегу. Да. Мне он так нравится, он такой вкусный. Томатный. Алекс у нас тут порядки сейчас будет наводить. Ты пальцы не прижми. Как, не получается? Ah!
Алекс, ты мне все продолжаешь порядки наводить. Вы мне мешаете около плиты, отойдите, извините, пожалуйста. Нас тут Алекс приспособился, ему тут играться нравится. Пойдем, нас не хотят, нас выгоняют. Алекс, пойдем, иди ко мне скорей. Иди скорей! Скорей, 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 скорей! Засыпаю картошку. Ну, сколько ей тут варится, господи. Минуты три, сейчас закипит. 2-3 минутки. Кладем огурчики. Сейчас я принесу сразу мясо. Тут уже почти все готово. Что тут варится? Ну ладно, пусть закипит, пока я положу. Огурцы закипели. Огурцы и картошка здесь. Теперь я добавляю вот это все мясо сюда. Ведро мяса. Бульон пахнет копченостями, потому что индейка была копченая. Вкуснотища. Да, ну сейчас... так тут все копченое. Сейчас покажу мясо. Ну, кусочка мяса. Бросай! Складывай все сюда. И сюда складывай. В дырочку. Поехали, давай. Ты так убрать, а то он их в руки. Так, 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 так. Так, смотри здесь, хорошо? Смотри, что бабушка делает. Все прокипело. Сейчас я добавлю сюда зажарку из лука и моркови. И чего еще у меня тут? А, томатная паста и томатный соус. Вот так. Все это я добавила. Ну все, чистенькая сковородочка. Теперь надо промешать. Так. Сейчас это все вместе будет у нас кипеть. Ароматы смешиваться. Вкуснотища будет неимоверная. Подожди, я еще... Выглядит аппетитно. Закину маслины свои любименькие. Вот так вот. Все, все будет с маслинами. Что-то мы про зелень забыли. Ну ладно, без зелени обойдемся. Добавлю. И добавляем сюда 2 лавровых листика. У нас экономия лавровых листов. Ну а зачем? Чё, пачку что ли? Ну я говорю, у нас дефицит же. Укропчика. А, я же это же с России привезла. Да. Здесь, а здесь я не видела. Ну я не смотрела даже. Так, теперь еще так, думаю, так, так, так. Так, так, так. Подсолим немножечко. И я еще хочу сказать, я сюда еще чуть-чуть чесночка добавлю. Ух ты какая! Интрига! Ну, ты не против, если мы выпьем с твоей мамой шампанского? Немножко. Такое ну, вкусное. А, нет, это вино. Это вино с этими, с пузырьками. С пузырьками, вино с пузырьками. Ну вот. Давай, немножко. Я поменьше, мне поменьше. Как ты быстро определила? Давай. Это за... Cheers! Предстоящее Рождество, да? Да. За все, за Алекса давай выпьем. Ну и за Алекса, и за Рождество, и за все. За всех вас, друзья мои. Пользуясь случаем, хочу сказать, сегодня Ване Кулеву 14 лет. Он же паспорт получает. Поздравляем тебя, Ваня. Желаем тебе здоровья. Ну, чтобы у тебя все складывалось очень-очень хорошо. Жизнь была удачной. Так-то, Ваня. Вспомнила все-таки я.